Многие водные артерии Сибири борются за честь называться прообразом угрюм реки, той самой, из романа великого русского писателя Вячеслава Шишкова. Однако ведь им все-таки вне конкуренции. Любой, кто хоть раз сплавлялся вниз по его непредсказуемым волнам и читал роман, подтвердит. Вот она, та самая женская река с суровым мужским характером. Книга Шишкова наполнена изрядно событиями и деталями конкретного витимского свойства. Географическими, историческими, геологическими и даже мистическими. Скалы, люди, золото, нефрит. Край цивилизации. Так что здравствуй, угрюм река. Будь здоров, батюшка Витим. Витим. Река большая, красивая. Река с очень интересной историей. Сейчас здесь стартует новая экспедиция газеты «Комсомольская правда», организованная при поддержке Русского географического общества. Витим начинается со слияния двух крохотных речек в предгорьях одного из центральных хребтов Бурятии – Икатского. И, проделав замысловатый путь в 1979 километров, вобрав в себя бесчисленное количество больших и малых притоков, вливается в могучую Лену. Впервые русские люди пришли сюда в далеком 1640 году. Казак Максим Перфильев, славный не только отвагой, но и дипломатическим искусством, привел свой отряд с Лены с целью проведывания новых землиц по вольному Витиму. Он проплыл огромное расстояние вверх по течению до слияния с цепой. Благодаря его стараниям к России была присоединена огромная, богатая рыбой, лесом, пушниной, драгоценными камнями и металлами земля. А главное, была открыта одна из многих кузниц, где выковывался истинный российский характер. Вторым великим исследователем витимских просторов стал граф Петр Алексеевич Кропоткин. Вместе с казачьим отрядом он создал первые профессиональные карты и описания этих мест. Удивительно, но с кропоткинских и даже перфильевских времен Витим в значительной части своей претерпел мало изменений. И наша экспедиция видела те же самые нетронутые леса, что и казаки из первых русских отрядов. Обычно все сплавы по угрюм реке начинаются от населенного пункта с царским названием Романовка. Село старое, знаковое для жизни Витима, можно сказать, сердце его. Здесь издавна жили две особых касты профессионалов. Первая – это лоцманы, знавшие характер реки, как старый муж предвосхищает все капризы супруги после съеденного пуда соли. Очень уважаемые были люди. Их первых и в церковь пропускали, и в кабак. От их знаний и смекалки зависела сохранность товаров, идущих вниз по реке. Да что вещи, жизнь человеческая от их знаний зависела, да и их жизнь тоже. Сколько их потонуло в этих порогах, особенно в самом страшном, Парамском. Не меньше зависели жизни и процветания и от второй касты – корабельных дел мастеров. Эти люди ладили плоты, лодки и особые корабли – карбасы. Баржи из сосновых досок, собранные без единого гвоздя, идеально подходили для неспокойного, порожистого, мелкого Витима. При маленькой осадке этот деревянный утюг имел большую устойчивость. Да и маневренность будь здоров, чтобы преодолеть 1000 километров. Караваны карбасов и простых деревянных плотов ходили вниз по реке вплоть до 80-х годов 20 века. Возили на них зерно, сено, картошку, консервы, мороженое, мясо, чай, иную мануфактуру. Даже стройматериалы и продукты для БАМа возили. А вверх по реке пошли уже пароходы. Случилось это только в конце 19 века. Одним из первых был колесный Иоанн Кронштадтский. Но ходили они в строго ограниченных местах, не в силах победить бурные пороги. И только после войны эту задачу успешно смогли решить, пуская мощные теплоходы. Правда, через пороги их приходилось буксировать на тросах, цепляя гусеничным тракторам. А в самых трудных местах и они пасовали. И тогда баржи и плоты проводили специальные катера с танковыми двигателями. Вообще Витим река нелегкая для путешественника. Суровая, как сибирский мужик, но с неровным и заносчивым, как у дурной деревенской бабы, характером. Во многом коварная эта водная артерия. Тихие плесы сменяются бурными порогами. Глубокие места – мелями. Ровные, как зеркало глади, вдруг щетинятся острыми, как ножи, камнями. И зазевавшийся путешественник не раз может хлебнуть и лихо, и горе, и воды.
Но ведь им всегда манил искатели приключений. Вот как эта тяга описывается в романе Вячеслава Шишкова, когда отец посылает Прохора Громова на Угрюм реку. Вот, это, скажем, дорога от нас в Дылдино. 240 верст. Отсюда свернешь на Фролку. Это верст 300 с гаком. Отсюда перемахнешь через Волок на Угрюм реку. Эту самую вершину вот. Это деревня Подволочная называется. Там построишь плот, либо купишь большую лодку. Это шитик называется. На суше сухарей, да укажут тебе там мужики, что надо. А весной по большой воде поплывешь вниз. Зачем, папаша? Нет, ты не перебивай, ты слушай. Река большая, слышал я. 3000 верст. Тунгусы, якуты по ней там. Большие капиталы можно приобрести. Большие капиталы весьма манили всех приходящих на Витимские берега, ведь на них водился самый желанный металл в истории человечества. Настоящая золотая лихорадка началась в этих местах в первой половине 19 века. В тайгу потянулись многие люди, как лихие, так и просто отважные. В 1844 году на цепи, притоке могучей реки, появились первые официальные прииски. А через 20 лет на самом Витиме образовался город Бодайбо, столица Золотого края. Туда стекались как сказочно разбогатевшие счастливчики, так и отчаянные неудачники. Попытать счастье в частном порядке можно, в принципе, и сейчас. Места на Витиме с золотоносным песком совсем не редки. На одно из таких наткнулись и мы. А кое-какой специальный инструмент позаимствовали в расположенной рядом измушке охотника. Судя по обстановке, хозяин периодически мыл золотишко. А чем это мы тут, кстати, занимаемся? Занимаемся мы, ребята, процессом золотодобычи. Золото на Витиме начали добывать примерно в 70-е годы 19-го столетия. С тех пор обнаружились здесь довольно серьезные прииски. Ну, самый известный Бодайбинский и самый крупный. Но и в других местах по Витиму золото добывали. Добывали примерно вот таким вот немудреным способом. Перед нами, собственно говоря, часть прибора, условно говоря, который называется бутара. Вот смотрите, у него на дне дырочки, да? Сюда загружался прибрежный песок, грунт, камушки. Затем под него ставилась вторая часть бутары, уже с более мелким ситом. А в этом оставались крупные камни, которые, в общем-то, добытчикам были неинтересны. После того, как вторую часть бутары таким же образом промывали, весь песок, и особенно в том числе и содержащий крупицы золота, он вымывался в самую нижнюю, самую последнюю часть бутары. Там уже не было никакой сетки, это была примерно такая конструкция, но уже с цельным дном. Ее очень аккуратно вот так вот промывали в воде, сливали, и поскольку частички золота были самой тяжелой фракцией во всем содержимом этого лотка, вот они-то и оставались на дне. Потом, кстати, еще их высыпали уж для пущей наглядности на войлок, либо на шкуру животного. И там они были особенно отчетливо видны, поблескивали ярким золотистым светом. Вообще-то говоря, тут есть еще один важный момент. Теперь смотрите, допустим, самое ценное у нас прошло сквозь сито, но и здесь, в этом первом лотке, среди невзрачных камушков можно обнаружить кое-что интересное. Вот смотрите, что нам попалось. Это халцедон. Камень красивый, очень солнечный, прям такой. Вот так и хочется сделать из него какую-нибудь поделку в духе народных промыслов. Ну или, по крайней мере, привезти домой, показать родным. Вот в каких местах я был, вот чем я занимался. Ну вот только что на ваших глазах мы поработали золотодобытчиками. Золотишко, извините, не намыли,
Но халцедон все-таки обнаружить удалось. Уже неплохо. Уже не с пустыми руками домой пойдем. А вообще, конечно, наличие по берегам Витима золота, камней всевозможных, это все было мощным стимулом для освоения этих территорий. И в каждой группе первопроходцев, в том числе и в казачьих отрядах, обязательно был специалист, который говорит: вот здесь, ребята, надо остановиться, тут золотишком попахивает. Естественно, он умел работать с бутарой, со всеми ее многочисленными слоями. Кстати, процесс золотодобычи очень красиво описан в романе Вячеслава Шишкова «Угрюм река». Давайте машину. Эй ты, старый черт! Сказывал тебе, мерзавцу, сначала дай сигнал мне, потом стреляй! Иди в контору. Скажешь, штраф 3 рубля. О, поздравляю! Еще путь! Дорого мне это золото дается. Золото, конечно, сейчас моют по-другому, промышленным способом. Душа и приключения из него ушли, хотя термины остались. Этот гигантский механизм тоже носит название «драга». И смысл его остался прежним – из золотоносного песка вымывать драгоценные крупицы. Но в совершенно других масштабах, которые не снились мужикам-старателям даже в самых смелых снах. Но не золото сейчас ищут по берегам Витима, а полудрагоценные камни. Словно песок под ногами – солнечный халцедон. Реже попадается бирюза, совсем редко – яшма. Но настоящий король этих мест – совершенно другой, особый камень. Он бывает разных цветов – черный, белый, зеленый, желтый. Золото на Витиме мы уже мыли, халцедон находили. А еще, если вам очень-очень повезет, где-то на берегу Витима можно найти, допустим, вот это. Перед вами, ребята, нефрит. В самом, что ни на есть, его первозданном природном виде. Красиво, да? Еще лет 40 назад на каменных косах можно было без труда найти килограммовый кусок нефрита, а то и целую скалу. Те времена уже канули в Лету, а точнее в Витим, в прямом смысле. Толпы старателей бродят по кромке воды, низко склонив голову. Легче всего заметить драгоценный камень в реке. Бывалые поисковики учат: нефрит светится в воде так, словно у него внутри лампочка. Но нефрит выгребен подчистую, хотя иногда случается и везение, либо оборудование современное выручает. Все чаще искатели уходят под воду и часами обшаривают дно. Куш стоит стараний. За килограммовый камушек можно выручить 500 000, а то и 1 000 000 рублей, в зависимости от чистоты и округлости. Особенно ценится белый речной окатыш, полированный и обласканный самой природой. И гонят на китайский рынок, где из нефрита точат буд самых разных оттенков и размеров. Там этот камень на вес золота. Витим – одно из немногих мест в мире, где встречается этот редчайший минерал. Многие охотники, рыбаки, земледельцы, забросив основное занятие, изучают каменные берега в поисках удачи и легких денег, находят их, и повторяется история, описанная в романе Шишкова, когда золотоискатель возвращается с шальным богатством в город, а там... Деревня! Прочер, да! Приискатель прет! Здорово, купцы! Пойдем! Ошалел! Все с полтиной! Тихо. Проходи, проходи, не безобразие! Дрянь! Дай выйти, сор! Рублев по 20! Да поскорейте! Знаешь, что я таков? Иван Пятаков, куплю и выкуп! У меня вот здесь 2 фунта золотой крупы, а тут самородок по воле твоей нюхалки. Уйди, орда, прочь, деревня. Иван Пятаков желает кабак путешествовать. Кто желает водку жрать, все за мной. Гуляй, наша! Вот какие народы из тайги выползают. Прямо тысячники. А к утру все спустят. Смешной народ. В этом году впервые, да, у нас появились законные недропользователи на нефрит. Да, потому что как раз вот на границе Каларского района и Тунгокочинского района, да, у нас появились
официальные, как бы там лицензионные, да, недропользователи. Потому что до этого все это, конечно, все это было варварское. Такая добыча и так далее. Это, браконьерство. Да, это по сути такое, да, горное браконьерство. Прекрасна природа Витима. Практически не тронутая человеком, живет она сама по себе. Лишь порой нарушают ее покой одинокие охотники. Их избушки нередко встречаются по берегам, давая ночлег промокшему и усталому путнику. В каждой есть самое необходимое – спички, соль, нехитрая посуда. А река и лес всегда накормят путешественника. Грибы, ягоды, рыба – только имей сноровку. Ну, если совсем худо, то в избушках присутствует запас макарон или крупы. Мало ли, в какую передрягу попадет путник. Добравшись до заимки, у него всегда появляется шанс выжить. Если ты взял что-то, то должен оставить и что-то взамен, чтобы твой подарок тоже мог спасти чью-то жизнь. На том стояло и будет стоять заочное сибирское гостеприимство. Каждая избушка отражает характер своего хозяина. Есть брутальные, невеселые, как средневековые замки укрепления, способные выдержать осаду даже отряда медведей. А есть настоящие пряничные домики, шагнувшие словно из сказки на Витимские берега. Такие суровые берега, но такие прекрасные. И снова роман «Угрюм река». Вот послушайте, как в книге описана река, по которой мы сейчас плывем, и то самое время года, в которое проходит наша экспедиция. Август перевалил за середину. Северное лето шло к концу. Вода сделалась холодной, отливала сталью. На осенних прибрежных тальниках появились блеклые листы. Они трепетали при ветре, как листья желтых птиц. Удивительно прозрачный воздух делал картину отчетливой, ясной. Издали можно было видеть, как рдеют под солнцем гроздья рябины и боярки. Тишина стала чуткой, жадной до звуков. Крик далекой иволги звучал почти рядом. Река проходит по границе двух субъектов Российской Федерации – Забайкальского края и Бурятии. И является еще и водоразделом двухчасовых поясов, когда на одном берегу 6 часов, на другом еще 5. Старожилы рассказывали, что люди любили ездить в соседние села через реку и встречать Новый год дважды. Или летом в магазин за добавкой. Сейчас такое трудно представить. Нет, часовые пояса на месте. Вот с соседними селами напряженка. На протяжении сплава длиной почти в 1500 километров нам попали всего 4 жилых села. Одно с бурятской стороны. Его и селом назвать нельзя. 3 дома, пара семей и название такое чудное – Бугунда. Слушай, а вот вы как здесь живете? Здесь же магазина, нет у вас ничего, да? А как вы, где продукты берете? Ну, на лодке была, он туда вьюча. А впереди у нас Красный Яр будет, да? Там тоже магазина нет? Есть. О, в Красном Яре есть магазин, да? А как вот вы, вот сколько у вас тут живет? Вы, ваша семья, там еще кто-то живет, да? Ну, двое там. 3 семьи, да? И там вот ваши пошли куда-то, да? А, ну, по ягодам. А какая ягода сейчас? Это всякая радуга. Ну какая, расскажи. Голубица. Уже есть, да? А вот чего вы живете здесь? Чего вы не уезжаете отсюда? Как вы здесь живете? Так. Ну как, вот чего вы здесь тут? Коровы, да? Коровы, кони. Огород есть? Огород. А? Огород есть. Другое село ниже на 40 километров. Красный Яр. Это уже другой берег. Это уже Забайкалье. Здесь все серьезнее. 40 жителей. Школа на 4 класса из 4 человек. Сельсовет с бескрайней поленницей. Магазинчик, который открывается по требованию. И библиотека. Самое популярное во всем населенном пункте место. И почитают в Красном Яре много. И все. Телефонной связи, правда, в деревне нету. Звонят по скайпу из школы. Она подключена к интернету в рамках общероссийской программы. Пи-пи-пи!
59-м да. году у нас вниз там была деревня Шипишка. Да, там добывали старатель, золото старатели. Ага. Вот когда закрылся вот это село-то, и вот тут вот открылись и на заготовительный участок в 59-м, 60-м где-то году. Вот. Оттуда народ-то вот сюда переехал. Вот тут и переехал. Начали сено заготавливать, скот пригнали с Читы. А вы учителями здесь работаете, да? Нет, мы здесь работники. Красим, белим, моем, убираем. А учителя отдельно, да? Учитель у нас один на все классы. И заведующий. А классов сколько получается? Четыре класса. По одному ученику, да? Да, один в первом, один во втором, один в третьем, один в четвертом. Школа начальная. А потом куда детей? В интернат, да? Интернат. А где интернат в каком? У нас районный интернат. Когда-то в Красном Яре не протолкнуться было от охотников, рыболовов и речников. О тех временах напоминает лишь вросший в берег остов странного судна. Вот это у нас река Витим. А вот впадающая в нее речка Довгохта. И не остановиться здесь совершенно невозможно, потому что внимание путешественников обязательно привлечет вот это вот плавсредство. Оно наполовину засыпано землей, из земли растут кустарники, деревья. В общем, все это производит очень сильное впечатление. Смотрите, вот толстый металл, кое-что еще уцелело из судового оборудования. Все это производит очень сильное впечатление. Что за корабль? Откуда здесь взялся? В принципе, я думаю, неудивительно было бы, если бы казалось, что он использовался в каких-то боевых операциях, но на самом деле все гораздо проще. Перед нами самоходная баржа. Называлась она «Путейный 28». В 70-е и 80-е годы эта баржа ходила по Витиму и расставляла по берегам створы, знаки для судов. Вещь в судоходстве совершенно незаменимая. А в ту пору судоходство здесь было весьма серьезным. По большой воде, по Витиму, сплавляли различные грузы от села Романовка вплоть до Байкало-Амурской магистрали. Возможно, команда именно этого корабля ставила сохранившиеся по сию пору лоцманские знаки на скалах, предупреждающие об опасных местах Витима. Пожалуй, только они напоминают о золотых судоходных временах, да еще два водомерных поста на пути. В середине века процветали они. Десятки лодок-мастеров сновали по реке, следуя за судоходством, обеспечивая ровные, без срывов, движение вверх и вниз по Витиму. А у Витима характер, напоминаем, дай Боже. Судя по верхним меткам, в снежный или дождливый год разливается он будь здоров, поднимаясь на несколько метров. Но в прошлом эти года верхние вешки давно не напивались витимской воды. Усть Каринга – село, оторванное от цивилизации и в то же время так близкое к ней. Во-первых, населенный пункт всего в 200 человек можно найти даже на самой общей карте России. А во-вторых, в каждом дворе стоит по старой, еще советской спутниковой антенне. 40 телеканалов на выбор, а вот радио российского нет. Есть китайское, американское, даже радио Ватикана. Но вот нашей родной волны не услышишь. Усть-Каринга – село приглядное, большое. Занимается лесом и охотой. Магазин, правда, работает всего 3 раза в неделю. Зато торгует буквально всем. Абсолютно. Несмотря на удаленность цивилизации, проблемы большой земли напоминают о себе. Даже отсюда уходили люди воевать в Великую Отечественную. И сюда, в наши дни, докатилось эхо украинских событий. У сельсовета висит объявление о сборе гуманитарки для беженцев. Здесь их тоже ждут, ибо и здесь верят в добро и Бога. На окраине села стоит церковный сруб. Строят всем миром. Общим решением поставили на месте, где самый красивый вид на речку Карингу.
Знаковое место Витима – скалы Три Брата. Утесы, возвышающиеся на изгибе реки. Вроде и похожие друг на друга, но такие разные. Воистину, старший, средний и младший братья. По старинной местной легенде заколдовала и злая волшебница. И расколдовать может только истинная любовь. Только вот где ей здесь взяться-то? Девушки в этих местах гости редкие. Витим – река, словно созданная для сплавов. Тысячи туристов пробовали на ней свои силы, от молодых и неопытных студентов до вот таких зубров в одиночку на хилом суденышке, бросающих в 82 года вызов реке. Одного из них мы встретили в пути. А зачем вам вот эта лыжная палка? А я калека. А, калека. Ходит. Ой-ой-ой. И глаз левый не видит. Ой-ой-ой. И сколько, и вот вы плывете с седьмого, а где еда у вас как? Ну, уже почти, наверное, все кончилось. Вот так вот. Пол головки чеснока, блин, и бутылка этого, пшена есть. А докуда вы плывете? Да, наверное, как и вы, до Бама. До моста, да? До Бамовского. И перекаты же вам идти, тоже опасное дело-то, перекаты. Впереди. Какие? Там Сивар? Что, внизу? Ну да. Ну я же их уже сколько, 4 раза проходил. А, вот на такой же лодочке? Нет, на катамаране 2 раза. А, потрясающе. Бурный такой узкий поток. И, блин, ну, в общем, валы высокие, блин, на этой лодке захлестает, это точно, блин. Но там есть справа камень, и можно вильнуть, блин, между берегом и камнем. И вы это помните все, да? Ну, сколько раз вилял туда. 3 или 4 раза проскакивал. Ну, удачно всегда. Витим вполне дружелюбен к тем, кто относится к нему с уважением. Но тех, кто легкомысленно бросается без подготовки в его пучину, жестоко наказывает. Немало жизни забрал Витим, преподал немало горьких уроков. На нем столько перекатов, шевер, порогов, что каски и жилеты не рекомендуется снимать на протяжении всего путешествия. Вдоль всего течения иногда попадаются православные кресты. А вот звезда встретилась впервые. Почему стоит она на повороте за день пути до метеостанции, было загадкой. Знак в честь кого-то. Но кого? Дожди давно смыли надпись на железной табличке. Метеостанция «Колокан», основанная еще до войны и благополучно прошедшая через все остальные невзгоды. Работа на ней не затухала даже в самые кризисные годы. Вышла из испытаний не без потерь, конечно. Раньше здесь трудилось более десятка специалистов. Жизнь била ключом. Была полноценная деревня. Сейчас осталось 2 домика, сама метеостанция, да 3 парня из местных. Обучались прямо на посту. Они часть той системы, которая еще с советских времен обеспечивает нам знания. Когда будет ясно, а когда буря ждать. И пусть сейчас станция больше напоминает Припять, она ждет и верит. Когда-нибудь сюда снова вернутся большие группы, будут жить, обживать дикие места. Там мы, кстати, узнали разгадку знака на повороте. Поставлен он был в честь погибшего в 2000 году метеоролога Юрия Баранова. Хороший, говорят, был мужик, уважаемый, достойный. А иные на этой реке и не работали. И водомерные посты, и деревни, и все, что бы мы ни встретили, является наследием Советского Союза. Он повсюду, в табличках почты, метеостанций, водомерных постов, но чаще всего в неисчислимых геодезических пунктах. Везде, даже через ржавчину и толстый слой краски, пробиваются заветные буквы «СССР». Жаль только, что все это наследие в большинстве своем пришло в негодность. Не сохранили. Мир Витима – затерянный мир, словно в романе Конан Дойла. Нет, динозавров вы здесь не встретите, зато в избытке всякая живность. Ранним утром как-то спугнули мы 2 лосей, которые расслабленно бултыхались в реке, а на другое утро, недалеко от лагеря, увидели следы другого гостя. Воду приходил пить Мишка. К счастью, не пересеклись наши тропинки. Но все это можно найти и в других уголках Сибири, а у этих мест есть свои загадки.
Если раньше русским людям не давали покоя всякие шаманские хитрости и легенды, то сейчас это другое чудо. А именно Потомский кратер. Самое странное, неизведанное место не только этого региона, но, возможно, всей планеты. Похожее на гнездо исполинского орла, тянет оно к себе ученых за 3-9 земель. Дает изучать, но тайн своего появления не раскрывает. Множество версий рождаются в спорах столичных профессоров, но какая из них истинная? Только природа и знает. Что же это за место? Кратер неродившегося вулкана. А может быть, место падения очередного болида? Между прочим, Привитибий словно притягивает к себе космических гостей. Здесь наблюдали падение как минимум 3 небесных тел, которые получили название Витимский метеорит, Бодайбинский и Тунгусский метеорит 2. Последний раз это случилось в ночь на 25 сентября 2002 года. Темное небо озарила яркая вспышка. Редких свидетелей оглушил грохот. Все эти черты будут наблюдать впоследствии в Челябинске, кроме одного. В момент падения рядом с эпицентром наблюдали странную картину. В обесточенных электролампах внезапно вспыхнул свет. По мнению уфологов, в Витим упало кометное ядро. Но никаких осколков небесного тела найдено так и не было. Цыпа – река, лишь чуточку уступающая Витиму по полноводности и, тем не менее, являющаяся лишь его притоком. Все, кто сплавлялись по ее водам, припоминают два важных момента. Проход большого порога, до которого дошел казак Перфильев и повернул назад. И тогда, и сейчас он реально опасен для жизни из-за своего коварства. И второй момент – выход в Витим, который ждешь, ждешь, а он все равно неожидан и величав. На краю двух рек стоит природное чудо. Утес, о котором слагать стихи хочется. Примерно такой же взобрался Прохор Громов, когда бросил вызов угрюм реке. Солнце! Здравствуй, солнце! Здравствуй, угрюм река! Беги, беги, все равно не убежишь от меня. Мы еще поборемся. Запомни, я Прохор Громов! Бамбуйка – веселое тропическое название грустной сибирской деревни. Когда-то это был процветающий центр золотодобытчиков. Раз в неделю сюда прилетал самолет, сновали туда-сюда моторные лодки и катера. Жизнь, пусть не бурно, но все же текла, как и речка Бамбуйка, очередной крупный приток Витима. Коротали время здесь и многочисленные ссыльные. Особенно много было царских офицеров, воевавших против красных и бандеровцев. И те, и другие мирно доживали свой век здесь, на окраине вселенной. Дожили и тихо ушли. Сейчас в поселке осталось всего 3 человека. Сибирь не может не оставить отпечатка в характере человека. Главная ошибка царской России в борьбе с революционерами заключалась в том, что Лениных и Сталиных она отправляла в ссылку именно в Сибирь. Полицейские думали, что ломают товарищей марксистов, а на самом деле лишь закаляли. Сибирь, как воды Витима, в которых осмелишься искупаться, закаляет и тело, и душу. Напротив устья Бамбуйки, насколько хватает глазу, Витим несет свои воды спокойно, величаво, вольно, по просторной котловине, огибая многочисленные острова. Но уже километров 20 ниже по течению горы вплотную подбираются к воде с обоих берегов. Начинается Южно-Муйский хребет. Мощная река буквально протискивается через него, сужаясь до 150 метров. Вода пробивает узкое темное ущелье, словно в фильмах про индейцев. Вот уж точно, угрюм река. Участок тянется на 50 километров и имеет славу самого сложного на всем Витиме. 8 опасных шевер, как 8 хитрых испытаний, пропускают к Муйской котловине только достойного. Сарко, как называется этот камень? Шайтан камень зовем. Вот эта красота, которую вы видите за нами, это Шаман-гора. Самая высокая гора в здешних краях, 2363 метра, и самая почитаемая местными жителями. По ней издавна сверяли, как мы сейчас бы сказали, прогноз погоды.
Если Шамангара закрыта облаками, погода будет плохая. Если небо над Шамангарой, как сейчас, чистое, жди хорошей погоды. И вот еще что интересно в этой связи. Вот мы сейчас идем, конец августа. Температура у нас на солнце достигает 30 градусов. Все это на самом деле не очень типично для здешних краев. Примерно 3 года вот такой температурный режим здесь наблюдается. А вообще-то вот официальная справка по климатическим условиям вот что сообщает. Лето, начало июня, конец августа. Ну, как раз мы идем в конце августа. Лето умеренно теплое. Преобладающая температура воздуха днем плюс 14-19, ночью плюс 6. В начале и конце сезона возможны ночные заморозки. Кстати говоря, часто бывало, что вот в эту пору, когда мы идем, уже на Шамангаре лежит снег. Сейчас, сами видите, никаких признаков холодов. То есть, если вам нужны какие-то подтверждения теории глобального потепления, то вот, все это можно увидеть здесь. Кстати, еще одним интересно Шамангара. В 30-е годы на одном из ее склонов разбился самолет, который проводил первые изыскательные работы на предмет строительства будущей Байкало-Амурской магистрали. Обнаружили его 40 лет спустя, уже в 70-е годы. По другой версии, разбившийся самолет производил радиационную разведку. Погибшие геологи искали здесь урановые месторождения. Они не нашли. Нашли другие, более удачливые. Многие группы геологов исходили эти места в поисках сырья для АЭС и супероружия вдоль и поперек. Горы изрыты шурфами. Не всем улыбалась удача, но она обязательно улыбнется молодым ребятам, которые придут сюда в будущем. МОК. МОК. Многообещающая коса. Место, где камней больше, пожалуй, чем на всем Витиме. Она напоминает площадь великанов, вымощенную исполинскими булыжниками всех форм и расцветок. Коса находится в устье широкой речки, бегущей со склонов Шамангары. Здесь стоял когда-то поселок гидрогеологов, готовившихся к гигантской стройке. Дело было решенное. В поселке была даже школа десятилетка. Сейчас все разрушилось и заросло. И надо изрядно постараться, если хочешь найти здесь следы человека. А ведь прошло всего лет 30, и тем не менее проект не забыт. Вот сейчас мы проходим Витим в очень интересном месте. Именно здесь периодически планировали построить гидроэлектростанцию. Причем, может быть, первый известный случай описан в романе «Угрюм река», на который мы уже пару раз ссылались. Мистер Кук, американский инженер, которого промышленник Прохор Громов пригласил к себе на Угрюм реку, загорелся идеей строительства здесь гидростанции. Вот смотрите, как это описывается. Мистер Кук вновь зарылся в ворохах дел и несуществимых своих выдумок. Например, он долго носился с мыслью использовать энергию бурного таежного потока, чтобы получить дешевый белый уголь. Он еще осенью, в свободное от прямых занятий время, сделал рекогносцировочное обследование реки, составил приблизительный проект сооружения и всем совал в глаза свою затею, неотвязная мысль о которой обратилась для него в идефикс. Ну, Прохор Громов тоже эту идею подхватил, но инженер Протасов, который работал тоже у Громова, сказал, что дороговато строить здесь станцию и надо с этим повременить. В советское время здесь планировали построить МОКскую ГЭС. Что за название МОК? Многообещающая коса. Мы только что прошли ее. Что означает многообещающая коса? Периодически на ней обнаруживали признаки богатых залежей золота. Но обещания косы так и остались обещаниями. Золота здесь не нашли. Зато сравнительно недалеко отсюда, в 200 километрах, стали добывать уран. Причем с этим как раз тоже связана очередная идея создания здесь гидроэлектростанции, которая как раз и должна была бы обеспечивать энергией урановые разработки. Затеей это занимался лично товарищ Сталин. В 1947 году было подписано соответствующее постановление, и постановление было надлежащим образом выполнено по части добычи урана, но гидроэлектростанцию все-таки не построили. Сейчас вновь обсуждается эта идея. Причем смотрите, чем эта идея хороша. Сравнительно небольшой по ширине участок реки нужно будет перегородить плотиной. А перепад реки здесь настолько высок, что энергия, создаваемая электростанцией, обеспечит потребности любой промышленности, которая в этом будет нуждаться. В частности, сейчас есть смысл использовать энергию реки на благо Байкало-Амурской магистрали.
Параметры ГЭС впечатляют. Длина 1100, а высота 150 метров. И на картах второй половины 20 века места, по которым мы держим курс, размечены как зона бескрайнего Мокского водохранилища. С одной стороны, если ГЭС будет построена, природа изменится до неузнаваемости. С другой, в эти дикие места вернется жизнь, которая в середине 20 века была такой же бурной, как Витим в весеннюю пору. На этом промежутке, для того, чтобы обеспечить надежное функционирование энергосистемы, должна быть станция, безусловно. Да? И в качестве вот одного из вариантов это строительство Мокской ГЭС. Да? Она, вот, с моей точки зрения, да, как бывшего энергетика, интересна тем, что, ну, во-первых, минимум затапливаемых территорий по отношению к количеству мегаватт установленной мощностью и количеству киловатт, которые она может выработать. Да? Поэтому с этой точки зрения она, конечно, крайне интересна. Ну и плюс она тоже находится в таком достаточно удачном месте, которое, во-первых, обеспечивает вот эту вот системную связь, да, и поддержание надежности. А с другой стороны, она решает вопросы, связанные с энергоснабжением севера Забайкальского края, севера Бурятии и севера Иркутской области. Одна из целей – это обеспечение, ну, помимо реконструкции БАМа, это и обеспечение тех месторождений, которые там есть на севере Забайкальского края. Губернатор Иркутской области, губернатор Бурятии, Республики Бурятия, да, и я, мы подписали письмо на председателя правительства о том, чтобы эту станцию включили в схему размещения электрических мощностей на территории Российской Федерации, включили в генсхему развития электроэнергетики на территории Российской Федерации. Ну, что считаем, этот объект весьма таким, как бы, перспективным и значимым. С моей точки зрения, он еще и значим. Почему? Потому что, ну, в силу исторических обстоятельств, что вот эта вот территория, она находится на границе Бурятии, Забайкалья, Иркутской области, Амурской, Забайкальского края, она была недоразведана. Потому что вот стык территории, ну и все время геологи говорили, а это твоя территория, а это не наша территория. Да, там, и поэтому получается, территория, она недоразведана. И даже при этом да. много чего. И при этом очень чего много открыто. Да. Поэтому перспективы этой станции, вот с моей точки зрения, совершенно однозначны. Ну, понимаем, что не быстро принимается решение у нас. Да, поэтому, ну, будем настойчиво продолжать работать. Сейчас жизнь тлеет только в районе, где ветка БАМа пересекает воду, где стоит Красавец-мост. За несколько километров до него неожиданно обрываются горы. Последние несколько километров скалы особенно холодны, темны, угрюмы, река извилиста. А затем горы словно отпрыгивают в сторону, и замученные ограничениями глаз не нарадуются бескрайнему простору Муйской котловины. Даже дышится после скальных тисков легче. И снова обращаемся к словам князя Кропоткина, первооткрывателя этих мест. Его отчет о Витимской экспедиции так описывает волнующий момент. Наконец, 23 июля к вечеру вышли сразу на обширную равнину, расстилающуюся в широкой продольной долине Муи. Роскошь этой долины поражала нас после сумрачных сцен горной страны, и радостное ощущение далеко еще не полно выражено в моем общем очерке. Наши ощущения в этот момент вполне сопоставимы с чувствами князя Кропоткина. Хорошо, что есть еще места, оставшиеся точно такими же, какими были и 100, и 200 лет назад. Долина Муи выглядит в начале своем такой же безлюдной и такой же бескрайней.
Лишь далеко на горизонте, из севера, из запада и с востока, проглядывают сквозь дымку острые пики. Если в мощный бинокль разглядывать окружающую Муйскую долину хребты, то в высоте 500-600 метров можно увидеть довольно четкую горизонтальную полосу, а кое-где уступы с обнажениями гальки и песка. Это бывший берег древнего озера, заполнявшего долину примерно 170 миллионов лет назад. На своем пути БАМ проходит через три так называемых впадины байкальского типа. Первая – Нижнеангарская, вторая – Муйская и третья – Чарская. Муйская котловина выделяется из всех трех своими масштабами, а главное – самым благодатным климатом во всей зоне БАМа. Погоду и плодородные земли долины оценили еще в прошлом веке русские переселенцы. На берегах Витима, в районе устья Муи, еще с дореволюционных лет возникли и существуют поныне русские села. Я любила сереньку, да запах от курененьку. Я любила васеньку, да запах красненьку. Я любила Мишеньку, да за зеленую вышивку. Я любила Петеньку, да за шелкову петельку. Рыбная река, обилие рек по долине, на которых гнездятся утка и гусь, строевые леса, щедрая земля, пойменные сенокосы. С чьей-то легкой руки эту местность когда-то назвали Витимской Украиной. Географы видят главный секрет необычно мягкого климата в том, что высокий Северомуйский хребет надежно закрывает долину от холодных северных ветров. И тот же хребет содержит в долине массы теплого воздуха, движущиеся с юга. Как раз здесь, прижимаясь к горам, идет южным краем долины Байкало-Амурская магистраль. И совсем рядом с тем местом, где Витим вырвался из гор в долину, трасса пересекает реку на 801-м километре стального своего бега. Сначала вдали, как мираж, появляется творение рук человеческих. Все ближе, ближе, и вот, словно перенесенный из другой галактики, блестящий свежей краской мост заставляет преклониться перед цивилизацией, отвоевавшей право на жизнь в этих диких местах. Рядом возвышается вторая переправа. Не такая красивая, но более интересная. Временная конструкция из металлических труб и шпал. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное, так ведь? Возведенный еще в 1985 году, временный мост для обслуживания строительства основного моста так и остался стоять и продолжает работать. Прогулка по этому мосту – любимое развлечение туристов, добравшихся до этой точки. И довольно будничная жизнь местных жителей. Ходить по нему действительно страшно. Вся конструкция трясется от шагов. Многие шпалы прогнили, и через них видна галька или волны. Но находятся смельчаки, которые пересекают его на транспорте, на машине или на тракторе. Смотреть на это невозможно без ужаса неподготовленному человеку. Да и у подготовленного дух захватывает. Хотя местные лишь пожимают плечами в ответ на вопрос, откуда такое мужество. Привычка. Да и выхода нет. Ближайшая автомобильная переправа в сотнях верст ниже по течению. Так что либо 3 минуты страха, либо 3 суток скуки. Каждый выбирает, что ему по вкусу. Практически всегда выбор в сторону риска. Места здесь такие, рискованные. Никим любит смелых. Как Прохор Громов в молодости, в тот момент, когда он бросил вызов Угрюм-реке и победил ее. Угрюм-река, я твой хозяин. Погоди, пароходы будут толочь твою воду. Я запрягу тебя, и ты будешь крутить колеса моих машин. Захочу и прикажу тебе течь не здесь, а там. Потому что Прохор Громов сильнее тебя. Сильней. Ну вот, как говорится, и подошло к концу наше маленькое путешествие. Хотя не такое же оно было на самом деле маленькое.
700 километров спускались мы по Витиму, необыкновенно красивой и интересной реке. Здесь конечная цель нашего маршрута – мост через Витим. Это не просто мост на самом деле, это один из важнейших объектов Байкало-Амурской магистрали. Здесь мы завершим наш маршрут, а Витим продолжает нести свои воды дальше и примерно через 500 километров встретится с великой русской рекой Леной. Направо Чарская котловина, Комсомольск на Амуре. В общем, широка страна моя родная. Мы очень надеемся, что вам было интересно с нами в этом путешествии.